старт вызываются участники забега на 100 метров. Что же такое эти 100 метров? Самая короткая из беговых дистанций. Если взглянуть со стороны, это всего 10 секунд. Всего один поворот головы зрителей. Вот так. А что же такое 100 метров для тех, кто здесь, на дорожке? Пусть ответом на этот вопрос будет рассказ о том, как работают Валерий Борзов и его тренер Валентин Васильевич Петровский. Спокойно. Вот сейчас отлично ушел. Резко, быстро. Повторить, пожалуйста. Точно так же. Валера, вот смог бы сейчас бежать 100 метров? Я бегу колесом по сковородке. Я бегу. Ух, побежал. Значит, бег по горячей сковородке. Полный подход к старту. Проимитировать бег, финиш, набегание на финиш, но все это в полсилы. Представить себе соревновательный бег. Наклон, тянуть дальше, длинный старт. Внимание. Хоп! Спокойно, хорошо. Хорошо, отдых. Значит, будет 3 старта. Значит, колесо по сковородке. Слышишь, Сережа? Внимание! Хоп! Очень хорошо. По стилю отлично прошли. Еще разик. Хорошо. Хорошо. Правой ногой речи и побежал сразу. Ну, понимаешь, что-то у тебя такое, мне кажется, что ты еще не совсем оправился после болезни. Поэтому второй раз ты сегодня на тренировку не приходи. Спасибо, а теперь сушиться. Ну, а сейчас посмотрю, когда наша вечерняя тренировка. Да. Так каждый день. Год за годом. Иначе не будет того старта, того бега, который вмещается всего в 10 секунд. Времена меняются. Раньше побеждали те, кого природа наградила талантом атлета, потом те, кто умел беззаветно трудиться, кто всегда и везде был настоящим бойцом. В наши дни и этого мало. Теперь победа – это сплав труда, таланта, характера и обязательно научных методов тренировки. Именно так рождались рекорды Валерия Борзова. Этот забег был, пожалуй, главной сенсацией олимпийского Мюнхена. Американцы проиграли спринт. Чемпионом стал советский спортсмен. Валерий Борзов, первым из наших бегунов, выиграл золотые олимпийские медали в беге на 100 и 200 метров.